side to the saddle. When he's giving me, when do I really see you? All I need is sit on this side, step on the road to this. Hey, you, listen what I say. Oh, I got to lie, let it go. Hey. Видите, как красиво оформлено. Холодная закуска, буженины из индейки с мягким салатом, с легким салатом. Горячее блюдо, форель с пюре из нутрий и овощей. И десерт молочный с шоколадом. Отлично, супер, молодцы. И не забывайте, что у вас ингредиенты все должны быть использованы. Все. Так, кафе «Централ». Открытку с поздравлением с 8 марта. Зачем? Да я пошутил. Меню, закуска. Закуска из форели с нутом, запеченным баклажанами и лемонграссом. Основное блюдо. Стейк из индейки с карамельным луком и ягодным соусом. Десерт. Панкейк с свекольным шоколадом. Приятного аппетита. Молодцы. Отлично. Следующий ресторан у нас представлен. Блюдо, где ваш стол? Где ваше меню? О! Рома! Е, пацаны! Где Рома? Че, нету? Нету. Ребят, просто мы не успеваем немножко. Не, муха, говори, я буду передавать. Мы сегодня готовим форель из... Мы сегодня готовим форель с свекольным мусом. А у нас сегодня будет чечевично-нутовый суп с индейкой. Чечевично-нутовый суп с индейкой. В каком месте он будет у вас? У нас в виде закуски? Суп, это будет суп. А, еще суп. Это а, суп. Молодцы, чечевичный суп. Потом будет у нас форель и на десерт на шоколадный фан. Форель и шоколадный фан. Замечательно. Если у кого-то потом возникнут вопросы, всегда можно сделать разбор полетов и сказать, почему то или иное блюдо заняло или не заняло. Знаете, да? Этот конкурс уже международный. И сейчас выступают рестораны с командом. Сильно. И они готовят одну закуску, одно горячее блюдо и один десерт. На десерт они смотрят самый корень, да? Они специалисты. Для них это тоже сегодня хороший опыт. Увидеть, как все-таки творится на кухне, как это все происходит, как официант работает. Эсмар. Великолепно. Слушайте, это супер, вы молодцы. Главное критерий. Существует несколько критериев. А, можно судейский листочек? Судейский листочек, о котором это максимально дают 15 баллов. Второе. Правильная профессиональная подготовка. Гигиена, техника работы, профессионализм, организм баллов. Вкусовые качества 40 баллов. А еще раз можно познакомиться с ними? Кафе «Централ». Вкусно было. Давайте поздравим. Вот то, что вот это рулетка. Перенов, они... Просто вообще... Все однозначно. Первые это сделали. Даже никто не спорил вообще. Пусть они услышат это.